Особенно богатой коллекцией Государственного музея истории Узбекистана глиняной посуды, найденной учеными-археологами при раскопках на городищах Сапалли-Тепа и Джаркутан Сурхандаринской области, Заман-Баба Бухарской области и в некоторых других местностях Узбекистана. Первоначально она изготавливалась без технических приспособлений, способом лепки вручную. Но нужно признать, что многие произведения первобытных гончаров и сегодня радуют глаз, подразумевают несомненный эстетический вкус и почти всегда бывают украшенными.